Привет, девочки, привет, мальчики, а также их родители, дедушки и бабушки. Сегодня в обзоре аптечка, больничный набор, счастливый доктор, который идет в чемоданчике. Чемоданчик обвернут красивой, яркой бумагой, что придает ему очень красивый внешний вид. И мы видим вот такой симпатичный белый чемоданчик в форме автомобиля, который катается на колесах. И смотрим, что в нем внутри. Стрелочка показана вниз и вверх. Куча всего содержимого. Как всегда, наклейки, которые расклеиваются здесь внутри чемодана. Таким образом и придаст ему очень красивый вид. Даже операционный стол. Сейчас я все выложу и все мы посмотрим потом. Это у нас присоединяется вот так. И вторая часть у нас тоже присоединяется вот так. Все это ложится на чемоданчик. Вот так, здорово. Так, у нас есть шприц. Делать уколы. У нас есть молоточек. У нас есть очки для доктора, чтобы он лучше видел. Ножницы. Можно повесить их сразу сюда. Такой зажим. Тоже повесим сюда. Такая штучка для просмотра ушных раковин. А это у нас градусник такой. 37,4, 38,5. Измерять, короче, температуру тела. Вот такая штучка. Как видим, набор у нас очень яркий, красивый, с хорошего пластика. И понравится любому ребенку, любому юному доктору. Кому интересно, заходите на мой канал, смотрите другие видео об игрушках. Если нравится, ставим лайки. Не забываем подписываться на канал. Большое спасибо за внимание. До свидания.